Здравствуйте! Сегодня хотела бы вас познакомить с автором, алтайским поэтом Василием Марковичем Нечунаевым. Поэзия Василия Марковича постоянно завоевывает новых почитателей, что неудивительно, ведь она очень ритмичная, с живыми образами, яркими событиями, с красивыми, серьезными рифмами. Учили азбуке козу. Вот буква А, вот буква У. Глядит коза во все глаза, перед глазами буква А. Но у козы свое в уме. Глядит на А, читает Ме. Книги Василия Марковича иллюстрируют наши алтайские художники. Чаще всего он работает в связке с Александром Карповым, но иллюстрировали его произведения и Ольга Матушкина, и Александр Емельянов. Василий Маркович смотрит на мир детскими глазами, знает и чувствует ритм детской речи, знает правила языковых игр и все это умело использует в своей поэзии. Стихотворения Василия Марковича с удовольствием читают дети дошкольного и младшего школьного возраста, но, честно сознаюсь, их с удовольствием читаю и перечитываю я даже сейчас. Мне книжка «Фантазия, чудотазия» понравилась тем, что я узнала в ней, что лучше всего жить в своей стране, чем в какой-либо другой. Потому что в своей стране тебе все родное, а в чужой не родное. И мне книжка эта показалась очень познавательной. В этой книжке оказалось мое любимое стихотворение «Учили азбуке козу».